Так, ребят, сегодня продолжение вот вчерашнего видео. Продолжение в плане чего? Покажу, что вчера у нас тут случилось, что надо доработать. Ну там мелочи, конечно. Посмотрим, покажу вам. И сегодня полностью разберу. Сейчас на неделю уеду на учебу. С учебы приеду, потом все соберу. Может, сегодня что-то сделаю. Но покажу вам, что надо доработать. Так что смотрим. Так, ну что, начнем с чего? Начнем вот с этого. А, сначала нет. Сначала нам надо будет снять трусики. Так. Трусики. Трусик газа. Снимается легко. Так. Вот трусик. Это тормозов. Похуже. Чтобы их его снять, скорее всего, надо вот там еще меня ослаблять. Нет, в принципе, нет, сняли. Так, это все ослабили. Так. Что еще делаем? Надо было сейчас нам ножик. У меня где-то здесь был какой-то. Вот, ножик. Сегодня мороз, под 30-ник. В больницу поехал с ребенком. Машина не завелась, пришлось ехать на такси. Вот видите, вчера у меня фишки тут поулетали. Вот. А из-за чего? Маятник вот этот, когда работает, переезжаешь бугры, он натягивает провода. Надо здесь сделать ограничение, чтобы он зафиксирован был. И там у меня еще провода оторвало. Ладно, мы сейчас это все разберем. А потом доработаем, добавим тут провода, немножко переделаю, чтобы было фишками, чтобы все снималось, разбиралось, чтобы было все удобно. Так, да, этим ножом я не знаю, наверное, только изоленту, конечно, резать. Ручку не стал снимать, думал, вчера покатаюсь, мало ли что случится. Так, сейчас мы снимем чехольчик вот этот. Сейчас схожу за шуруповертом. И дальше будем разбирать. Пошлите. Так, шуруповерт взяли. Надо по-другому делать. Это все, что осталось от чехла родного. Ну, временно сделаю. Блин, у нас все, что временно. Постоянно. А, во, хотел вам колесико показать. Вот какое колесико ободрал. Кразовское. Буду еще 3 обдирать. Вот у меня вот там 2 лежит еще в гараже. Лежит одно. Но это уже потеплее, когда вот. Нынче в гараж тепло не запустил. Так что пока без этого. Без тепла. А на улице колупаться неохота. О, вот такой чехольчик. Вот вчера у нас чаша эта ослабла. У меня есть новая, в принципе. Сейчас, ну, покажу попозже. Так, ну что у нас? Так. Надо провода отцепить. Провода идут внутри, отцепляются. Такая фишечка. А эту оторвало у нас вчера от света. Ладно, мы это переделаем. Так. Что ж нам еще нужно-то? Нам нужно вытащить. Так, тут что, все. Так. Трусики. Все, делал шланг, чтобы не перетирало. Потому что на провода лучше где-то сбоку выводить. Тросик у меня, по-моему, газа короток. Купил 3-метровый, переделаю. Чтобы в этом месте не ломало. Хотя, пока так оставим. Так, видите, от света вот у меня
фишки. А, их не оторвало. Они просто вылетели оттуда. Ну ничего. Тогда это еще проще. Сейчас, значит, это все, значит, делается. Да. Значит, это все у нас сделается. Только вот. Ага, как они были. Ладно, разберемся. Пока это мы сделаем так. Давайте я руль снимать не буду. Отцеплю. Он у меня полностью разборный. Руль отдельно снимается вот на болтах. Вот как бы на этом. Два болта убираешь. Все снялось. Здесь два болта. Это я, в принципе, наверное, давайте разберу. Тут два ключика на 17. И покажу вам, как она разбирается. Просто. Все, просто. Все с граверами, чтобы не открутилось. Блин, ветер вообще холоднющий. Опа. Все, один болт снят. Пока вторую-то его снимаю. Опа. Вот так вот. Все, сняли второй. Бросаем в корыто. И что? Что делаем? Так. Опа. Видите, все, руль сложился. Для транспортировки как бы удобно, можно отцеплять, можно не отцеплять маятник, потом быстренько болты вставил. Сейчас еще покажу, как она разбирается. Вот так, сиденье снимать не буду, сиденье тоже само собой снимается. Так, здесь у меня еще два болта. Камеру не понимаю. Так, здесь. Оп. Маленький болтик. Снова его в корыто. Оп. Так. Откручиваем здесь. Так, еще болт. Гайку сейчас откручу. О, еще болт открутил. И сейчас покажу, как она еще разбирается. Ключики можно пока убрать. Вот такая приспособа. Она вставляется. Тут на болтах крепится, здесь крепится. Вот такими уголками. Вполне надежно. Все. Сидушечка крепится, сиденье Арена. Вот. На четырех болтах. Это брал я вот для караката. Пока у нас ушло оно на это. На буксировщик. Тросики пока соберем вот так. Вот. Ну что, сделал тут натяжитель. Блин, замерзло. Плохо видно. По-моему, я не знаю, показывал. Вроде показывал. С колодки девяточной. И от динго склиза. Тут пружина. Вполне нормально. Вчера покатался, работает. Так, сейчас покажу, как сам снимается маятник. Здесь нужен ключ на 22.
смотрим. Вот, сейчас мы берем, быстренько откручиваем одну гайку откручиваем, туда это, проталкиваем, все, ключ больше не нужен. А здесь идет у меня вот такая, все, выдернул. Здесь у меня шайба с втулкой ставится. Вот. Потом надеваем ее на ось. С той стороны то же самое. Идет шайба. Так, куда-то улетела втулочка. Вот втулочка. Вот шайба. И все. Собирается очень быстро. Потом сборку надо, покажу. Пишите в комментариях. Вот так, что по разборке все понятно. И в принципе все. Это убрали. Сняли. Вот такая у нас, как говорится, конструкция. Положили в корыто. Вот так вот. Вот так. И все. Собрать эти потом болты. Дольше просто тросики будете подцеплять и свет. А так, в принципе, все раскладывается. Ну, в принципе, у меня прицеп позволяет, ну, приходится снимать только одно корыто, отцеплять. Вы это видели. Так вполне нормально. Так что вот такое у нас толкач. Сейчас это все сиденье сниму. В принципе, мне надо будет еще от корыта это открутить, снять, в тепло занести, оттаять и увезти покрасить. И все. Снегу тут намерзает. Отошло у меня тут. А, у меня здесь не прикручено. Так, ну что, пойдемте я вам покажу. Чашу у меня запасная есть. Сейчас покажу. Так, ну вот, у меня полностью в сборе есть. Все, это тоже у меня для караката взято. Так что чаша у меня в сборе совсем есть. Пригодится, не пригодится, может, доезжу. Сейчас, погодите, у меня где-то еще была одна. Вот. А. Вот у меня еще одна старая есть. Она лучше даже той, которая стоит. В принципе, это у меня пойдет. Так что особо я не переживаю. Есть из чего сделать, собрать, подремонтировать, как говорится, довести, как говорится, до ума. Ладно, ложим на место. Вот у меня вот такой склад, плохо, наверное, видно. Здесь у меня все для караката. Модуль еще, от, если видно, конечно, модуль лежит от мотобуксировщика, укороченные мосты от квадрика, карданы, мосты, что только нет. Вот. Так, ладно, ладно. Отвлекемся на минутку. Сейчас колесо в гараж укачу. Так, ну вот, в принципе, букс разобран. Снимем эту крышку. Сюда надо будет установить, как они, шаклы, не шаклы, как они, не шаклы. Ладно, потом покажу. А, кстати, вот у меня еще я доделал тут, сделал брызговичок. Кстати, очень хорошо, корыто ничего не летит. Это очень нужная вещь. Так что, ох, колесико. Опа-на. Что, поехали в гараж. Блин, сегодня мороз, надо как-то машину заводить. На учебу на вечером ехать. Машина не заводится. Когда больше 25, что-то, наверное, не заводится. Днище валит. Верить в гараж на петли вешай. Опа. Фух.
Вот у меня станок, на котором я колеса обдирал. Вот у меня еще тут колесо лежит кразовское. Это камера, когда обдираешь, внутри ее надуваешь, чтобы не складывало. Вот поворотный механизм из УАЗика сделан. Вот, гараж надо утеплять. Лист еще на алюминия у меня остался. Все это надо будет утеплить. И бом с вами в любое время будем колупаться. Квадрик будем тут дособирать. Каракат, пол зальем. Работы ого-го. Так что все впереди, смотрите. Буду с вами постоянно на связи, как говорится. Сейчас отдельно закрыть. Вот какой след остается елочкой. Видно, наверное. Ладно, ладно, так, идем. Мотособаки. Все-таки это я сниму. Так, ключи на 19. Где-то у меня второй-то ключ. Ничего, я унес, что ли? Так, сейчас еще ключик принесем. Так, ну что, это открутили, болты сняли. Все про все у нас 6 болтов. Собираются они быстро. 6 болтов и вот такая шпилька, которая проходит через весь бокс. Так, это уберем. В принципе, оставим вторую. Пригодятся. Эту я тоже снял. Провода сейчас смотаю. Все это занесу домой, чтобы оттаяло это все. Провода отошли и буду делать провода. Ну что, осталось нам отцепить от корыта вот эту вещичку. И тоже ее на покраску. И все. Закручиваем, снимаем. И закатываем буксировщик вместе с корытами. Так, ну что, конструкция буксировщика, вернее толкача, состоит соответственно из самих корыт, вот таких пластиковых, у меня их двое, одни бывают сзади, там таскаю, потом вот маятник, который крепится сюда, к сиденью крепится, и третья конструкция, это к самому корыту, ставится она тоже легко, просверлено отверстие. Раз, все, вставил 4 болтичка, быстренько наживил, все, и пошел собирать. Все, сейчас это разобрал, надо покрасить, чтобы более-менее зачистить, обезжирить и покрасить, чтобы смотрелось нормально. По-моему, по этой конструкции больше дорабатывать особо нечего, все вроде нормально, меня устраивает, так что красим мы оставляем как есть. Остается нам доделать ограничители, чтобы не скакал, чтобы провода не перегибало и не вытягивало, как вчера у меня было. Ну и, соответственно, надо сюда наверх сделать открывающийся капот. И будет сказка. Ну все. Пока все. Ладно, сейчас это все убираем. Прицепно закатить. И буксировщик тоже закатить. Ладно, этим и займемся. Что вот, ребята, как-то так поездили, покатались. В принципе, секунду. Да, рука замерзла. В принципе, нормально. Понравилось. Так что будем сейчас покрасим, соберем и снова поедем. Ну ладно, друзья. Всем, кому было интересно, подписываемся. Пишем комментарии. До новых встреч. Пока-пока.